Станция метро Ховрино находится на западе от улицы Дыбенко. Сейчас 6 ноября 2017 года. Справа вы видите вход, через который будет осуществляться на начальном этапе вход пассажиров. И дальше будут благоустроена территория слева. И будет запущен к концу года следующего, скорее всего, но это не точно, транспортно-пересадочный узел. Скорее всего, в конце этого года, где-нибудь ближе к Новому году, приедет Собянин и посмотрит на эту станцию. Но движение, скорее всего, не будет запущено, потому что еще в низкой степени готовности находится станция метро Беломорская. Давайте подойдем поближе и посмотрим, как все выглядит вблизи. Жители окрестных домов с нетерпением ждут открытия и уже готовятся ставить шлагбаумы. Мы подошли к входу, который находится с восточной стороны улицы Дыбенко. Он построен в основных конструкциях, но вот сейчас, видимо, тут будет укладываться эта гранитная плитка. Рабочие с первой попытки, им не удалось поднять эти плиты, у них порвалась стяжка, поэтому они как-то еще их закрепили и понесли внутрь вестибюля. Давайте перейдем на другую сторону по пешеходному переходу. Вот пока здесь еще благоустройство не завершено. То есть зебра нарисована, а перейти тут невозможно. Вот, собственно говоря, мы подошли к ТПУ Ховрино. Давайте посмотрим поближе, как оно выглядит. Жители соседнего микрорайона будут ходить через железную дорогу, и где-то здесь будет проходить мост для пешеходного перехода.
пришлось изменить направление движения прибрежного проезда. А жителям ближайших районов Химок придется ходить пешком под мостом через МКАД. Потому что пешеходных дорожек на вот этой гусиновской развязке не предусмотрено. Приехал очередной автобус с рабочими. То есть достаточно интенсивное строительство осуществляется. Но даже остался шиномонтаж. Вот здесь ангарчики были, в которых были автомастерские. В основном. А жители микрорайона для военных будут ходить через вот этот лес. Лес в каком-то страшном состоянии находится. Какие-то пни, упавшие деревья. В общем, ужас какой-то. Чтобы не запачкать ноги, придется ходить по вот этой асфальтированной дорожке. То есть делать такой большой крюк. Потому что по этой грязи проехать невозможно. Стройка находится на особом контроле руководства. Вот машина с номером А004МР97 BMW с сигналом.